Наша 22-я школа находится в станице Ивановской Красноармейского района Краснодарского края. 5 мая 1991 года в школе было присвоено имя Героя Советского Союза Ляха Даниила Пантелеймоновича. Родился он 10 ноября 1924 года в кубанской станице Ивановской. С 1935 по 1939 год обучался в стенах нашей школы. Воспитывался в многодетной семье. В 1942 был призван в ряды Красной Армии. В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года участвовал в бою на реке Днепр. Наши бойцы блестяще справились с задачей, ценой жизни солдат. В этом сражении погиб и наш земляк. Похоронен он в селе Сашиновка Петропавловской области. Даниилу Ляху посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.